От имени главы Железногорска Дмитрия Михайловича Чернятина я рад приветствовать вас на наших соревнованиях. Поздравляю вас с началом этих соревнований и объявляю их открытыми. Торжественное построение под звуки гимна на берегу городского озера, напутственное слово, финальный инструктаж, и яхтсмены отправляются проверять снаряжение. Рада Кулеш, победительница августовского чемпионата Красноярского края по парусному спорту в Дивногорске, рассказала, в чем заключается секрет успеха яхтенного рулевого. На самом деле, единственный вот у меня секрет – слушать не одного тренера, а все, что ты можешь узнать там, от других людей, от других участников, от других тренеров, читать книги какие-то, слушать всякие, смотреть видео, все, вот, собирать всю информацию, и вот только так можно чего-то добиться.